Эпоха пятипа. Для кого-то это словосочетание – пустой звук, но не для поклонников балета. Они точно скажут, что это конец 19 века, а перед глазами у них возникнут сцены из постановок легендарного хореографа Мариуса Петипа. Именно с его именем связано сегодняшнее выступление Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский» в Большом зале Ленинского мемориала. Француз по происхождению, русский балетмейстер по факту, автор приблизительно 70 постановок. Его спектакли отличались мастерством композиции. Виртуозной разработкой сольных партий он сделал музыку одним из главных действующих лиц балета. С него, в общем-то, и началась слава русского балета в мире. И вот наш концерт посвящен 200-летию со дня его рождения. А поскольку Петипа тесно сотрудничал с Чайковским, с Глазуновым, то их произведения самые-самые знаменитые и известные включены в нашу программу. В дополнение к этому, в продолжение традиции развития русского балета, мы будем играть Стравинского сюиту из его первого балета «Жар птицы», который был поставлен уже позже, в 1910 году. Париже. Напомню, окунуться в атмосферу эпохи Петипа можно будет сегодня в 17 часов. Концерт состоится в Большом зале Ленинского мемориала.